Всем еще раз привет. Мы продолжаем. Вторая глава, начало. Поехали. Первый день. Так, ну, смотрю нашу будку. Вагончик немножко расширили, ладно. Так, что нужно отправить по факсу? Отправляем. Мы таким образом общаемся, даем понять, что мы здесь. Это снова Нина. Надеюсь, твои нервы пережили тряску. Да, знаю, но внедорожник только место привыкнешь. Что ж, добро пожаловать в Мельматский лес. Я уверен, что тебе здесь понравится. Тихо и спокойно. Да, денег будет постоянно поступать в пятницу. Не волнуйся, мы понимаем, что мы как... Чё? Просто выступал на него. Так, а что? Телефон звонит. Me again. Yeah, the line cuts out sometimes, but I'll be quick. Everything you need should be right on your desk. And I'll fax over the details of your first task now. There's a corkboard in the caravan for your research. Just pin it up there. I'll wait. Что-то она мне выслала. Okay, you can read back on this if you forget what to do. Now, can you see a small GPS device with an antenna? Да, нашел. Your first task is simple. We just want to make sure the equipment works. So, first find the tree I marked on your GPS. Easy. Then place a camera nearby. Yes, exactly. Pointing towards the tree. With that done, you can head back to your research caravan. Once you're in position at home, hit record on the recorder and then, well, we wait. When the recording is finished at night, you can review it. As soon as you see the squirrel on your TV, snap a picture, print it out and fax it to me. Got it? It can take a few days to get used to the work, so don't worry, there's no urgency. You're all set? Great. Then we'll talk again soon. Ну, в общем, все. Нам нужно сейчас... забрать камеры, которые приехали. Вот она. Что тут у нас? Вот эта вот камера получается, да. Привет, новичок. Здесь все, что тебе понадобится. Как видишь, я работаю над своим шедевром. Величайшей кучей фотокамер. Но хуже хочу. Хок. Хуже к хоку. Хок. Короче, ладно, не важно, что за хок. Не знаю, открываем. Яблоки оставил. Так, берем камеру. Нам нужно эту камеру поставить напротив объекта. Объект это у нас, скорее всего, дерево. Дерево, с которого белочка будет убегать. Так. Убегать она будет. Так, там у нас, скорее всего, в эту сторону куда-нибудь. Давайте мы вот так вот сделаем. Да. Вот, еще дальше, чтобы дерево захватить. Да, кусочек дерева есть, и мы увидим, в какую сторону, куда она побежит. В ту сторону не побежит, так как там я, там забор, хотя может и по забору. Ну, короче, на всякий случай оставим, здесь побежали. А, камеру поставили. Теперь, как нам говорили, нужно включить запись. И все, ночью мы посмотрим, что у нас получилось. А вон она, белочка. Я. Так, есть. Фотографируем. Так. Так, нам нужно эту фотографию отправить, как обычно, по принтеру, но по факсу, вернее. Whew, seems everything works like a charm. So, now what we really need is a close-up of this squirrel near its stash. We found them in treetops, under rocks, buried underground, anywhere, really. When I did this study 15 years ago... Oh, did I forget to mention that? Yeah, believe it or not, Panorama tried the exact same thing back in 82, trying to get this damnable dam approved.
I know, but they won't succeed now either, thanks to you. Anyway, так нам нужно найти схрон белок, запасы в общем. Они их могут прятать где угодно. Вот эта белочка сейчас бежит туда. Нам нужно сфотографировать эту белочку возле ее запасов этого схрона. Я, как обычно, отправить ей. В общем, побежали искать день второй. Так, у нас пришла вторая камера. Так, тут нам что? Думаю, это... Ладно, в общем, кому надо, почитайте. Как обычно, какой-нибудь пишет. Так, мы тут разберемся сейчас сами. Так, есть. Здесь тоже у нас. Берем камеру. И вперед. Так, первое. У нас убегает белочка куда-то. Сюда, наверное, да? Давайте одну камеру здесь поставим, за второй камерой. Так, вторую камеру. Надеюсь, мы попадем туда, куда надо. Так, одна там камера, вторая, если она вдруг сюда побежит, мы узнаем, куда она дальше побежала. Так, ладно, пошлите. Камеры поставили, осталось включить запись, дождаться ночи и посмотреть, в какую сторону она побежит. Так, поехали. Ночь вторая. Так, чуть-чуть перематываем. Нужно побыстрее. Опс. По-моему, тут белочка пробегала. Вот она. Первая камера запечатлела, что она вот здесь где-то пробежала. Вот. Что нам нужно было? Так, все. Мы нашли ее орешки. Теперь нам нужно отправить эту фотографию. Нашей Нине. Нина. Нину. Нинок. В общем, поехали. Третья ночь. Так, смотрим на вторую камеру, переключаем. Все на вторую камеру. И вперед практически до конца. Пробежала и опа, она есть. Делаем кадр. Отправляем нашему профессору. Есть. Так, есть. Похоже, это чаще в лесу не забегает. Хотя стой, ночь же. Да, ночь. И спать, я утром перезвоню. Да, окей, договорились. Иди спать, я утром перезвоню. Так, сюда наклеиваем. Пропало. Так, что нам нужно тут? Мы отправили факс. Давайте посмотрим. Пора спать. Все, окей, да, нам спать надо еще. День четвертый. Так, утром нам сейчас должны позвонить. Let's try something a little more challenging.
We know that some squirrels build their nests, trays, a little bit further away from the nest. Некоторые белки строят свои схороны, ну, далеко от дома. От своей норы. Нам нужно будет отследить одну из белок, куда она убегает с дерева. В общем, поехали. Now is as good a time as any to tell you what we're actually doing here. The VR Institute, the place we work for, performs impact studies. Yes, exactly. Construction companies need to commission studies like this one to be legally permitted to build anything. And this one is commissioned by an entity known as Panorama Corp. They want to build a ludicrous five-star condo place here called Panorama Land. And they tried something just like this 15 years ago. But my research into native squirrel habitats have to shut that down. Вот он, because дерево, our fluffy squirrels are classified as an endangered species. Так, вот оно, дерево. So your work here could help to save the space вот это, for да? the squirrels to live in. Anyway, I'm probably boring the ear of you. Let's get back to work. Так, отсюда увидим или нет? Мне надо одну камеру сюда поставим. Так, теперь за второй камерой побежали. Вторую камеру. Так, где мы вторую камеру поставим? Так, первая камера у нас вот она. Вторую камеру мы в другую сторону поставим. Так, дерево вот оно. Все, видно, надо. Давайте на ту сторону поставим. У нас будет много ниже. Все. Так, теперь бежим обратно в нашу, так сказать, лабораторию. Так, где мы туда? Так. Заходим. Начинаем съемки. Так, ночь четвертая. Так, вот оно дерево. Вот она белочка. Бежит к нам. А, смотри, как удачно камеру поставили. Все, она перебегает, короче, понятно, назад. Она у нас убежала туда за, на ту сторону. Так, где наша камера? Забираем вторую камеру сперва, которую мы поставили вот здесь. Так, она у нас перебежала вот здесь по камушкам. И... Побежал налево, наоборот. Не знаю, давайте вот здесь, наверное, поставим. Так, если она вот здесь побежала, вот так поставим. Так, а вторую камеру? А вторую камеру мы поставим так. Тут вот проход, нет? Вот тут проход есть. Давайте на той стороне поставим. Куда? Куда только не знаю. Так, ну вот на всякий случай вот здесь поставим. Пускай стоит. Какая-то стройка, да?
тут пещера какая-то есть. Может, она в эту пещеру? Давайте камеру тут переставим. И зайдем заодно, посмотрим в эту пещеру, куда я иду. Вон она, камера. Короче, все, поехали. Одну поставили в ту сторону, вторую сюда, в пещеру перед входом. Так, теперь бежим к нашему домику. Как ты тут лазишь? Вот, смотри, какой. Прыбки. Так, погнали. Пятая ночь. Так. Все, вон она бежит, вижу. Сейчас должна вот выбежать. Так, куда? Налево ушла. Значит, наверное, через все-таки этот, через этот проход пройдет. Где я поставил вторую камеру? Я думал, она направо убежит. Ну ладно. Первая камера. Чуть вот она выбежала. Остановилась. Куда делась? Что-то я не обратил внимания. Она в пещеру забежала. Все, окей. Погнали. Блин, я же хотел еще посмотреть, что там в пещере. Так, забираем вторую камеру. Первую мы оставляем перед пещерой. И забираем. Отправим холодильщики. Так, вот наша камера. Так, берем. Это была тут вход в пещеру. Так, вот она наша камера вторая. Вот. Вот он. Сейчас вы смотрите, что тут у нас. Ох, нифига себе, белочка. Пиротехник, походу, да? Спички, динамит и орешки. Нормально, что? Ладно. Эту камеру оставлю. Да ладно, пускай пока стоит, побежали. Посмотрим, нам нужно заснять эту белочку. Что она будет делать с этим динамитом? Ладно. Так. Правильно. Бежим наверх. Так, я думаю, можно будет сразу перемотать самый конец, потому что... Шестая ночь. Опа. А вот и белочка наша. Прибежала. Так, это у нас вторая камера. Вторая камера. Приближаем. Настраиваем. Готово. Делаем снимок. Окей. Камера. Белочка. Что ж ты за белочка такая-то, а? Динамитом. Так, есть, сняли. Все. Какого? Это что? То, что я думаю? Зачем белка с вами динамит и спички? Ну да, действительно, зачем? Это белочка сюда положила или кто? Ну, возможно, блин. С тех пор, как последний раз было обменено с колесом, проблема много поменялась. Ну да. Белочки динамит начали собирать. Нам предстоит разобраться, что происходит. На этом глава вторая заканчивается. Всем пока!